Попали мы к Александру с ребенком, ребенку год и пару месяцев, ну где-то месяцев 6-8, начала замечать, что странно как-то пытается ползать. Движение, ну, не очень нормальное, так скажем, что ползал как раненый солдат, и, ну, как-то так. Ходить начал, но с таким упорством сложно было не начать ходить, но все-таки мы начали. И вот сколько мы к Александру ходили, ну, месяц возьмем так. Пару раз в неделю, и после этого ребенок у меня бегает и сдает задний ход. Научился ходить назад. В общем, даже наш папа, который считал, что это все бред собачий, поверил и готов прийти, ощутить на себе все впечатления. Родителям, которые не представляют, что это такое, могу сказать сразу, что выглядит это очень страшно. Ребенок орет, как потерпевший. Но буквально сразу же с первого раза, после того, как мы приехали домой, было уже очень заметно, как сказать, действие, влияние, что стал ходить ровнее и увереннее. Выглядит это ужасно, жутко, страшно, тем более, когда это все происходит с ребенком, он орет, у тебя колотится сердце, трясутся руки, я не знаю, готов кинуться на этого дядьку, который вертит твоего ребенка в разные стороны с абсолютно спокойным лицом. Первый раз я думала, что это какой-то маньяк. Ну, шутка, конечно. Но после того, как это все успокоилось, ребенок успокаивается моментально, поскольку крики эти больше от возмущения, и мне кажется, там болевых ощущений никаких нет. А когда после того, как ребенка исправили, я сама легла на стол, ну, бывают неприятные ощущения, но болевых таких, чтобы прям умирать и орать, нет ничего такого. Выглядит со стороны это гораздо страшнее, чем ощущается на себе. И сколько? У меня было 3-4 сеанса. Ну, я чувствую себя бабочкой после того, как недавно я чувствовала себя бабушкой. В общем, я довольна.